сколько мужчина должен зарабатывать? Чем больше, тем лучше. Да. Вообще не меньше 250. Не меньше 250. Нет, мужчина, конечно, должен побольше. 100 тысяч. Друзья, всем привет. Видео в необычном формате. В этом видео я решил пройтись по улицам своего родного города и спросить у обычных людей, у женщин в первую очередь, сколько должен зарабатывать настоящий мужчина. Сколько мужчин должен зарабатывать, мужчина вашей мечты? Хотя бы 200. А сколько женщин должна зарабатывать? 300. Потому что мы работоспособные. 200 тысяч. Да. Получается так? Нет. Так, хорошо. А сколько вы должны зарабатывать в идеале? Хотя бы 50. Ну, вот же... женщина сотку должна зарабатывать. Женщина вообще не должна. Начнем вот с этого. Так, чтобы на жизнь хватало. А сколько девушка должна зарабатывать хорошо? Ой, 1080. А женщина вообще должна дома сидеть и отдыхать. Ой. Мужчина вашей мечты сколько должен зарабатывать, чтобы вот у вас все получилось? Оу май. Ну, примерно. Хотя бы так же. Сколько мужчин должен зарабатывать? Это я не считаю главным. Должна ли женщина работать? Конечно. Сколько мужчин должен зарабатывать? Мужчина вашей мечты? От 50. А сколько женщин должна зарабатывать? От 100. В наше время, да. Потому что мы работоспособные. Приятного аппетита. Сколько мужчин должен зарабатывать? Я думаю, на равных. Ну, не менее 100 тысяч. 200. Ну, если бы больше, я согласна это больше. Это понятно. А сколько женщин должна зарабатывать? Смотря, во-первых, какая работа. Женщина вообще не должна работать. Начнем вот с этого. Потому что одеваться, обуваться, кормиться. А ваш мужчина сколько должен зарабатывать? У меня нету его. Сколько мужчин должен зарабатывать? Много очень. Не меньше 250. Не меньше 250. 500 тысяч. Это минимум? Да. У вас так получается? А то нет, что ли. У вас получается найти такого мужчину? Конечно. Сколько женщина должна зарабатывать? Ну, хотя бы 50. Сколько женщина вашей мечты должна зарабатывать? Ну, 1050, да. Это интересно, конечно. По нашим ценам, блядь. Ну, вот женщина сотку должна зарабатывать, а мужчина 150. Ну, чтобы на свои потребности хватало. Ну. Сколько мужчин должен зарабатывать? Ну, как минимум, не меньше своей жены. Да столько же. Ну, мы немного зарабатываем. Чтобы на все хватало где-то... 50-70. 50-70. То есть вам достаточно этого будет? Минимум. 70-80. Мужчину, то есть 100 достаточно вам да. будет? Так, 50, то есть вам будет достаточно? Ну, может быть, 80. У меня уже нет никакой мечты.